Всем привет, с вами Денчик, мы находимся на авторынке Алматы, сегодня у нас 5 мая 2019 года, как раз где-то мы половину уже отсняли, все это было в предыдущей части, то, что с правой стороны от меня, вот как раз пару рядов, и сейчас мы пройдем по вот этому ряду, как раз золотая середина. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, видео будет много, ну и можете, конечно же, поддержать канал материально, чтобы видео выходило больше, чаще и более подробное и детальное. Ну что ж, поехали. Mitsubishi Delica белая, прям такая неплохая, нарядная, 108 580 000, 2.5 на автомате, дизель. Ну, блин, я сказал, что очень ухаживали за ней. Неплохая Delica. Ну и жаль, что, во-первых, у нас уже не завозят правый руль. Ну и сама Delica уже не такая. То есть там новые, которые Delica есть, вроде их выпускают, но не так много, их вообще нету. Не завозят. Дальше. Surf. Ну это аналог. Это Forerunner, но с правым рулем называется Surf. Тоже рамный внедорожник. Очень такой хороший, надежный. Этот у нас конкретно стоит 2 700 000, 2.7 на автомате, 97 год, 2.7, это у нас, соответственно, бензин. Насколько я знаю, у него получается задний привод плюс передний подключаемый. Ну, раздатка понижена и все прочие джиповские прибамбахи. Ну и дальше. Дальше. Более бюджетная машина. Тут у нас Mazda за 770 000, 93 года на механике, 2.2. Nissan. Вот такой Nissanчик неплохой. Стоимость 2 250 000, 99 года, 3-литровая, еще и срочно. Вот такой ровненький Nissanчик. BMW, семерка. Это уже вторая BMW, которую сегодня встречаю, но она прям такая намного лучше выглядит. 1 995 000 года, 2.8 на автомате. Ну тут, ну BMW, да, интересно, хорошо выглядит BMW. Ну если просто набрать авторынок, выйдет. Да, хозяин юморист, говорит на родной краске. А, ну, в общем, поехали дальше. Mazda 626 в кузове универсал, на железках легкосплавных, а не колпаки просто, но без цены, 2 литра, механика. Дальше Mazda 626 Кронос. Ну, он такой говорит, в родной краске сам балдеет. Ну да, это видно, прям потеки везде. Красили не очень качественно. Да, Mazda Mitsubishi 680 000, 93 год. Ну, тоже, в общем, там даже видно, даже невооруженным глазом, что крашено. А Mercedes 124 за 600 000, 88 года. Дальше Volkswagen Golf 1.6, 94 год. Тын-тын-тынс. Ну, цена не указана на гольфик. Mitsubishi Pajero 2.8 дизель. Вот эти Pajero-ки очень-очень неплохие именно в этом кузове. Насколько знаю, насколько читал. Стоит он 2 100 000, 2.8 дизель, 94 год. Ну, такой Pajero-к. Нарядники. Дальше у нас Mitsubishi 1 100 000, 95 год. Резина лосоватая, BMW 3, тут прям ряд BMW, какие диски симпатичные, матовые, цвет покрашен, ну без ценника, без описания, это прям вот беда, не всегда указывают цены. Дальше RAV4, коротыш за 1 700 000, 97 года на автомате, Лада, 12-я Лада, 1 200 000, 1.6 на механике. Ну тут, ребят, есть косяков. УАЗ. О, ничего себе. Первый УАЗик вообще такой. А? Цена договорная. Цельнометаллический. Ну, еще первый раз езжу на авторынке, что такое УАЗ продавали. Дальше. Ауди 80-ка, 92 год, 1 050 000 на механике. Ну, вот здесь. Чистенько, сухо. Ну, такой двигатель неплохой, простой, не очень замороченный. Дальше Toyota Corina, 1 480 000, 95 год, 1.8, механика. Volkswagen Passat. Ну, думаю, конечно же, освежался. Но это вполне вероятно, года все-таки старые. Ну, неплохо сделали вроде. Ну, также ценника описания нету. Mazda 626, 750 000, 90 года. Дальше у нас Nissan Maxima за 1 403 000 автомат. Golf 2, 2 850 000, 91 год.
Toyota Yaris, прикольная машинка. Yaris, стоимость 2 миллиона 600 тысяч. 1,5 литра на автомате. Хороший такой городской автомобиль. Lada Largus, 1,470 миллиона. Ну, что-то недорого. А, 2 миллиона 300 тысяч, это 147 тысяч километров пробега. Извиняюсь, напутал. Прикольная машинка, как-то я прокатился на ней, брал в бипеке. Мерседес 124, 1,350 миллиона, 93 год на автомате серебристый. Дальше Volkswagen Golf. Golf 3, 750 тысяч, 92 год, 1,4. 1,4, кстати, довольно-таки редкий двигатель. В основном у них 1,8, самый, насколько часто встречаемый. Toyota Camry 20, это даже 25-ка, 2 миллиона 190, 199 написано. Короче, наверное, 99 год, 3 литра на автомате. Что они тут пипец заколхозили? С другой стороны, саморез, тут, короче, саморез торчит. Ну, там снизу потеки, краски. Блин, камрюшка. Ну, ее помыть, почистить. Будет она поинтереснее, конечно. Ну, и по мелкие косячки поубирать. Короче, ну, зато... Блин, здесь они вообще вандалы зафигарили на саморезы. Данс, данс. Здесь еще и шпакля такая. Ну, что-то они прям вандальски ее делали. Дальше Mercedes 124 кузове. Вот Mercedes такой более нарядно выглядит. 1,491 миллион год на механике. Ну и под капотом выглядит так неплохо, сухо, без подтеков. Дальше Subaru. Subaru, ну Subaru без ценников. Вот это прям большая проблема. Постоянно нет ценников. Mercedes за 1,270 миллион, 90 года, 2,8. Не видно автомат или механика. Peugeot. Ну, ценник вообще перевернут. Может быть, продали уже. 206, кстати, более-менее считается надежной. Потому что 307, там она, блин, вообще уже геморройная. С 307 были какие-то истории не очень хорошие. 204 лучше. Дальше. Deo. 1,600,000, 12 год. 11-12. Ну, то есть, как раз, наверное, на стыке. Ух, какая Subaru. Заряженная Legacy. Да-да, на механике, 94-й год. Ну и внешний тюнинг. Дальше у нас Лада за 1,5 миллиона. Рено Клио. 2006 год, механика, 1,4, вообще первый раз вижу. Ну, можно даже резину провести, 14 за 45 тысяч комплект. Привозной мотор за 800 тысяч, 91 год на автомате автомобиль. Еще один марк, сегодня у нас прям их много, так сказать. Или это он же, нет. Короче, 1,850,000 тысяч, 95 года. Примерно такой же марк где-то в верхней части рынка стоял. Если он не приехал, наверное. Ух, какой Мерседес кабан. Но без цены, без описания. Беленький. С небольшим тюнингом в передней части. Ну, выглядит так балдежно. Занижено еще. Ну, без цены, без описания. Ничего нет. Mitsubishi в окрасе Raptor. Такая текстура своеобразная. Короче, 850 тысяч, 91 год, 1,8 на автомате. Шанс на автомате. 13 год, 1,450,000. Дальше идет у нас Nissan Primera в кузове универсал. 1,400,000, 2002 год, 1,8 на механике. Лихосплавные диски. Дальше. Часто меня спрашивают в комментариях. Это вот как раз вот Лада. Лада. Стоимость 1,7 миллиона это. 13 год, 1,6. Даже с кондиционером, как там указано. Ну и вот как раз вот Peugeot 307. Она неоднозначная. Был у меня опыт эксплуатации на машине служебной именно. Был ряд проблем, особенно с автоматической трансмиссией. Это вообще прям засада была. А 2002 год на автомате. Бензин 1,350,000. Хотя внешний дизайн интересно выглядит в машинке. Дальше Mercedes 124 в кузове. 1,492 год, 2,6 на автомате. Toyota Carina. 1,500,000, 95 год, также на механике. Ну и вот интересная машина, универсал, блин, уже зовут. Мини-вен Honda Odyssey, стоит 1,950,000, 2 литра на автомате. Часто тоже просят снять именно их, но их не очень много у нас на рынке, к сожалению. Еще один у нас марк, на удивление. Марк второй, 94 год, 1,450,000. Авторынок, если набрать, выйдет
А дальше Volkswagen Golf. Golf 1 250 000, 93 год, 1.8 на автомате. На Golf'е видно, прям освежали, такой ровненький. Ну и прям бампер у него чистенький, на удивление. Там хорошо подготовлены. Дальше Audi сотка, 1 292 000 года, 2.3 на механической трансмиссии. Ну и небольшие потеки тут видно, в принципе, невооруженным глазом, так сказать, заметно. Еще одна Audi, почему-то у нее передняя часть чуть выше, видимо, недавно меняли. Амортизаторы с пружинами, цена не указана, цены нету. Дальше Mazda 626 крон, 94 года, на механике, стоимостью 1 200 000, двухлитровая. Дальше у нас идет Deon Nexia за 1 350 000. Интересная машина, тоже их очень много. Еще один минивэн, стоимостью 1 700 000, 2001 года, на механике. Последние минивены от Kia, они прям вообще интересно выглядят. Но данный конкретный экземпляр такой немного подуставший. У него отсутствует ручка. На порогах ржавчина. Ну, сзади нету накладки. Тут еще, видимо, были какие-то проблемы. Шпаклевка, видно, потрескалась. Но вот такой вот минивенчик от корейского производителя. Дальше идет у нас Toyota Corina. Крайне популярные. Ну, их очень много. 1 350 000, 92 год, 1.6 на механике. Ну и еще очень много машин. Дальше Mazda 626, 91 года, за 800 000, 2.2 механика. И вот хозяин там отдыхает, спит. Deo без ценника, без описания. Nissan 1 850 000, 99 года, 2 литра на автомате и правый руль. Ну и, видимо, не так давно у нее менялось лобовое, там у нее скотч на лобовом. Дальше у нас Subaru, 1 650 000, 94 года. Ну, ее морда тоже, видимо, освежалась, прям вся идеально светится, без царапин, без сколов. Volkswagen Jetta, 2 литра на автомате, 2 150 000, с небольшими дефектами по кузову. Ну, диски у нее прям такие неплохие. Дальше Volkswagen Passat в кузове универсал, цена договорная. Вот это тоже большая проблема. Не пишут ценников. Да, две проблемы. Либо ценники вообще не указаны, либо на ценниках не указана цена. 1 350 000, 95 год, 1.8 за Audi. Небольшая тавтология. Toyota RAV4. Пятидверный. В основном они всегда идут трехдверные. Ну и, как правило, эта машина была для девушек, но сейчас несколько изменился. Toyota RAV4, 1 900 000. Несколько изменилась концепция RAV4 сейчас. Авторынок на Берееву выйдет. Ну и часто да перебивает, это прям беда. Дальше Mazda 626, 580 000, 89 год, 2 литра механика. Цефиро. Цифра 95 год, на двухлитровом двигателе, также на автомате. Mazda 626 Кронус, 94 год, 800 000. Ой, BMW-шка такая, блин, за 800 000, 525 на механике, 2.5. Ну, она такая прям, видно, сильно подуставшая. И капот, и бампер, крылья, прям жестко ее эксплуатировали. Ни одного целого места. Дальше у нас идет Mitsubishi за 900 000. Все, машина продана, ценник убрал хозяин. Дальше Nissan Primera 2000 года. Цена также не указана, точнее, тут часть объявления, где должен быть ценник, ее завернули, ее не видно. Дальше Volkswagen Passat за 470 000, 90 года. Ну, довольно-таки бюджетный автомобиль. Nissan Primera 640 000, 93 год, 1.6. У него даже вот такая, так называемая, не знаю, как, короче, воздуховод для отвода, для охлаждения двигателя. Ну, обычно это стоит на турбомашинах. Дальше Mercedes E280, 1 900 000, 2.8 на автомате. Но этот Мерсик такой, видно, подготавливали. Такой там неплохом цвете. То есть хорошо сделано. Дальше Лада. Часто мне просят снять Ладу. Стоит она 2 100 000, 2014 года, на механике. Но она такая прям симпатичная. Лада 14 год, вся ровненькая. SE, чтобы это значило, комплектация SE. Дальше Mercedes 124, 780 000, срочно на механике Mercedes. Toyota, ух, у нее тут весь капот покоцался.
была шпаклевка, и она вся полопалась. 1 150 000 на 103 год на механике. Дальше у нас Audi. Audi сотка, 1 150 000, 91 год, 2.8, механика. Toyota Carina, 1 694 000 год, 1.6 механика. Deo Nexia. Стоимостью 1 250 000, 12 год. Это же такая дополнительная разборка. Думаю, это что-то опциональное. Бум-бум. Тест. Дальше. Гольф третий за 850 000, 97 год, на механике. Совсем немножко осталось этого ряда. Тут у нас Mitsubishi, также без ценника. Это у нас Mitsubishi тоже без ценника. Mazda, зато Mazda есть цена. 700 000 всего, 91 года, на механике двухлитровый. Mitsubishi Delica за 1 000 000. 93 год, 2.5 на автомате. Дальше Volkswagen Passat в кузове универсал. Стоимость 750 000 за данный автомобиль. Mercedes 124, вот прям тоже хорошо подготовлен. 1 380 000, 92 год, 2 литра, еще и на автомате. Рядная шестерка с объемом 2 литра. Или в объявлении напутано, или я что-то путаю. Три Делики. Делика без ценника, Делика с ценником. 1 800 000, 96 год, 2.5. И еще одна Делика. Но Делика тоже без ценника, без описания. Прям плохо-плохо. Дальше у нас Nissan Primera, 670 000. 94 год, 2 литра, механика. Volkswagen Passat. 92 год за 850 000 срочно. Ну, у него тут прям видно. Куча-куча косяков, куча-куча. Дальше. Audi сотка. Ну, цены не видно. Ценник завернут. У этого Mercedes вообще тоже ценника не видно. Не видно, сколько хотят за него. Passat за 950 000, 91 года, на механике. В белом цвете. Mercedes за 1 900 000, 97 год, 2.8 объема. Mitsubishi Pajero 2 000 000, 96 год, 2.4. Ну, 2.4 объем реже встречается, и, видимо, еще бензин. Mazda. Ну, сегодня у нас прям много минивенов. Данная у нас стоит 1 800 000 2000 года, на механике. Mazda MPV. Интересно, обычно они все на автоматах шли. Ну, всякое бывает. Дальше у нас две машины завершения. Это у нас без ценники Mazda. А данная аудюшка стоит 1 350 000. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Сейчас мы пойдем по следующему ряду. Вот этому поснимаем. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки.